Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, какие у вас впечатления от детей, которые сегодня выступали? Ну, есть абсолютные самородки, есть ребятки, которых явно поцеловал макушку Бог. И что мне бросилось в глаза и в уши, то, что некоторые ребята очень смело пишут, прямо остро социально, очень без каких-то купюр, без оглядки. И это мне напомнило время, когда был расцвет, например, ленинградского рок-н-ролла, когда какие-то социальные проблемы были на острие, и музыканты очень смело говорили о наболевшем, о том, что нужно менять. И вот у ребят, которых мы сегодня слышали, есть своя гражданская позиция, есть неравнодушие, есть о чем сказать, свое мироощущение, свое видение ситуации, и они смело об этом заявляют. И это прямо вызывает колоссальное уважение. Ну, ребята очень честные, прежде всего. Это самое главное, что хочется отметить. Это, безусловно, талантливые многие из них. Поэтому согласен со Светланой. Все. Спасибо. Спасибо.